Итак, вышел в лес. Заморожка в основном. Но вот попадаются такие грибочки неплохие. Ну, я не знаю, не буду, вряд ли буду брать. А вот такой хороший. Ну, что-то какой-то поеденный. Ну, грибов реально много. Ушел. Особенно сыроежек. Сыроежек вообще полно. У меня нет емкости под них. Под морожку есть. Под сыроежки нет. Такой маленький грибочек под маленькими сосенками. Так красиво. Жалко, не взял вики для макросъемок. Такая красота. Смотрите, сколько сыроежек. Просто вся поляна. И маленькие, и крупные. И там, и там. Блин, надо было... Можно было чисто за сыроежками идти. Ну, морожку пособирать. В принципе. Вообще. Погода сегодня такая не жаркая, хорошая. Можно спокойно идти. Как бы сказать. Не вставая. Когда очень жарко, я устаю. В прошлый раз... Ой, не помню, прошлое видео, наверное, не выкладывал. Я выкладывал только на Дзене, потому что я уже перехожу на Дзен целиком. Вот там я очень прошел. Было просто жестко. Но я ходил за щавелем. Собрался щавель себе на зиму. Ну, в семье. Вот. И то в субботу я не ходил, потому что дожди шли. Как-то не захотелось под дождями мокнуть. Ай, как-то лень было. Сегодня уже не выдержал. Надо идти. Дождь, не дождь. Уже как-то без разницы. Надо выйти в лес. Тут кто-то повесил. Причем давно, сколько лет хожу, она висит. Но мы в том же месте. Да. О! Грибов полно. Но вот там вот я вижу. И тут. Этим. Подосиновики. Но я беру только маленькие, у больших червивые ножки. Не знаю, видно или нет, вот под той сосной очень много грибов стоит. Блин, подосиновики. Ну, не пойду я туда. Видали вот такое расстояние, это зоя куча. Вот я никогда не видел вообще, в конце июля столько много грибов. Пусть даже червивых. Обычно в это время я иду за морожкой. Мне попадается, ну как, на суп в основном. Вот, а в этом году их реально очень много. Недаром говорят. Вон там просто их. Везде, везде. И в чем только сыроежки и подосиновики. Под березок из своих любимых я не вижу. Я люблю супы именно из подберезоков. Просто усеяно все грибами. Я не всегда включаю камеру. Бывает, прохожу такие полянки громадные. Вот этот, чуть-чуть. Я много лет хожу по одной и той же тропе. По этой тропе я хожу за ягодами. Потому что тут надо... по-другому начать. По другой стороне, двумя тропами хожу. По одной я хожу за щавелями и за грибами. Потому что это не так далеко идти. И грибов там полно, щавель есть. Во второй вот этой дороге я иду за ягодами. Потому что поблизости ягод не так много. И народ собирает. Сыроежка. Так. Вот, а там я нахожу хороший полян. У меня одни и те же места в основном. Набираю, иду домой. А за грибами, ну что грибы собирать? Их быстро насобирал, сколько необходимо. И пошел. Бывает за 2 часа. Вполне так даже. То есть это плюс с тем, с переходом. Я иду, 2 часа, собираю грибы. И у меня полный короб и 2 пакета. Набирается. Грибов, когда я не отвлекаюсь ни на фотографирование, ни на съемки. Кому интересна наша природа, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на YouTube. Это не очень, он сейчас не актуален. Его могу скоро заблокировать. А что там, зря работать над ним. Так, чтобы не потерялись. Кстати, именно на Яндекс.Дзене видно, сколько подписчиков смотрит. И так нормально. Именно подписчики основной аудитории. Как я только выкладываю что-нибудь. Подписчики посматривают. О, грибы опять впереди. Грибы это маленькие, вижу. Я сейчас бить возьмет. Просто куча. Вот маленький. Там еще маленький. Жесть.
Вот это поляна. Понимаю, если это сезон грибной, не в июле, допустим, а в сентябре, в конце августа, я бы не удивился. Тут просто и везде. Что, может, создаёте морожку? Ну, у них червивые ножки, как я уже говорил. Просто море грибов. Что удивительно, первый раз такое встречаю. Да, за свою долгую походную жизнь. Попалась небольшая полянка с морожкой. Я ее что-то не заснял. Не знаю, заметно ли или нет. Но у меня не спелые. Я немножко собрал здесь. Спелый. Я пойду сейчас дальше. Что тут ловить-то? Собрал три таких ведерка морожки. Много не спелый. Это я оставил на потом. Учитывая то, что я иду по пути, ну как бы сказать, обычно я накануне прохожу места, запоминаю, где морожка, где ее много, и иду уже сразу туда. А в этот раз я, что ты говорил, не помню, в этот раз я сразу пошел, точнее, не сразу пошел, просто, где помню, где была морожка, по полянам, в одно болоте не было морожки, пару других было, но не особо много, и много незрелой. В следующие выходные приду и уже буду добирать зрелые. Ну, еще по пути соберу. Может, еще пол такого ведерка по дороге домой. Грибов очень много, но грибы особо не собирал. Потому что на болотах. Ну, и выбирал только маленькие такие грибочки. За грибами пойду, может, через 2 недели. Конкретно, чтобы набрать много грибов. Такая здесь красота. Три разных гриба. Вот один, казалось, так они срослись. Три ножки. Такое бывает. Интересно. Три брата.